Прокуратура города Абакана провела проверку в связи с госпитализацией из-за отравления в медицинское учреждение трех школьников. Установлено, что в феврале 2023 года школьники обратились за медицинской помощью после курения электронных сигарет, которые приобрели в магазине. За допущенные нарушения законодательства прокурором города в отношении собственника магазина возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 14.53 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, предусматривающей ответственность за продажу несовершеннолетним устройств для потребления никотинсодержащей продукции. По результатам рассмотрения постановления прокурора Управлением Роспотребнадзора по Республике Хакасия предпринимателю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 150 000 рублей.